Сегодня мы провели совещание совместно с Министерством финансов и, и Державной фискальной службой, где мы четко акцентируем взаимодействие с бизнес-ассоциациями в момент изменения системы контроля за таможенными оформлениями. Когда речь идет о пресечении контрабандных потоков, наносящих ущерб бюджету, по нашим оценкам, более 100 миллиардов гривен. И главная цель наша – так, чтобы новые меры и новая система действий не помешала системе бизнеса честного функционировать адекватно. И вторым темпом мы хотим получить поддержку от нормальных, реальных, легальных бизнес-структур нашим процессам, подсказать, где мы делаем что-то не так и дать механизм обратной связи.